Сегодня, буквально 10 минут назад, к нам пришла из шоу-бизнеса трагическая новость, с которой мы, дорогие подписчики, хотим поделиться с вами. Об этой новости узнала уже вся страна. В интернете только и говорят за нашего любимого певца Юрия Лозу. С ним сегодня рано утром случилось большое горе. Как оказалось, Юрий Лоза вместе со своим лучшим другом направлялись к нему на подмосковную дачу. На перекрестке, буквально за 10 километров до дачи, у них на большой скорости врезался автобус. Машину Юрия Лозы выбросило с дороги, и она перевернулась. Как говорят очевидцы, с места ДТП Юрия Лозу и его друга увозили в бессознательном состоянии. Много машин остановилось, люди вышли оказать им медицинскую помощь. Они вытащили их с автомобиля. Они же и вызвали скорую. На данный момент состояние Юрия Лозы и его друга нам неизвестно. Но мы следим за развитием событий. Как только что-то узнаем, мы сразу же расскажем об этом вам, друзья. Мы уже нашли, в какую больницу его отвезли, но врачи пока не готовы с нами разговаривать. Давайте, друзья, поддержим Юрия Лозу. Будем надеяться, что все будет хорошо. Давайте подпишемся на наш YouTube-канал, чтобы завтра утром не пропустить продолжение этого выпуска, друзья. Будьте с нами, следите за нашими выпусками. А мы будем радовать вас каждое утро свежими новостями.